Сказка народов Океании. Как старуха сделала море. Люди не знали имени этой старой женщины. В доме с ней жили двое мальчиков, но никому не было известно, как звали их отца и мать. Говорили, что мать этих мальчиков была дочерью старухи. Дом старухи окружала тростниковая изгородь, а позади был отгорожен еще небольшой участок земли, где старуха любила оставаться совсем одна. Мальчикам туда ходить не разрешалось. Там старуха бережно хранила огромный лист тару. Дети говорили, что из этого листа она достает воду, но строго следит, чтобы никто не видел, как это делается. Однажды собралась старуха в поле, а мальчикам строго-настрого велела за дом не заходить. «Хорошо, не пойдем!» Отправилась старуха в поле, а братья принялись охотиться на ящериц. Немного погодя, один из мальчиков сказал: «Хорошо бы посмотреть, что там такое. Почему бабушка запрещает ходить туда?» «Давай поглядим», — согласился его брат. Пошли они за дом и увидели там большой лист тару. На листе братья заметили ящерицу, и один из них пустил стрелу в нее, но промахнулся и попал в лист. Вода, что хранилась в нем, тут же прорвалась наружу. Услышала эта старуха и поняла, что дети продырявили лист. Закричала старуха: «Разливайся, вода! Разливайся шире!» И море окружило землю, а до тех пор моря не было. Так старуха сделала море.